Приветствую всех из Одессы. Сегодня 8 мая 2023 года. В районе 3 часов дня поступила информация о том, что со стороны Слободки в небо поднимается столб черного дыма. У нас ни в Одессе, ни в пригороде сильных взрывов не звучало, поэтому я думаю, это точно не прилет, тем более у нас не объявляли воздушную тревогу. Периодически отдаленно раздаются взрывы, но эти взрывы похожи на учения. Мы уже как бы немножко научились различать взрыв прилета, взрыв работы ПВО или взрывы учения. Данные взрывы, они звучат отдаленно, вот, ощутимые, но отдаленные, глухие и отдаленные. Вот, поэтому это точно не прилет. Почему? Что за дым и какая причина? Возможно, появится позже какая-то информация. Напомню, сегодня ночью Российская Федерация нанесла ракетный удар по Одессе и Одесской области. Были выпущены ракеты Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. У нас были прилеты, ракета попала в продовольственный склад, был очень сильный пожар. Всю эту информацию я сообщал в своем предыдущем видео, и в моем телеграме есть фотографии, видео с места событий. Ссылка на телеграм в описании, в закрепленном комментарии. Кому интересно, переходите, подписывайтесь. Туда я стараюсь публиковать новости в режиме реального времени. До встречи, всем пока.